Наташа Королева в большом интервью рассказала о том, как пережила 40-летний юбилей и с чем пришла к 45-летию. По ее словам, эти 5 лет стали едва ли не самыми трудными в ее жизни. Дело касается не только эмоционального состояния, но и физиологических изменений. Здоровье у Королевой стало уже не то. И вот в 40-лет начинается процесс какой-то ломки. Кажется, что все не так и не эдак. Это не нравится, того не хочу. Я почувствовала, что меня больше не радует то, что доставляло удовольствие совсем недавно, сообщила Наташа. Да и вообще, все стало не в кайф. Порой даже не хотелось выходить из дома, видеть людей. Казалось, я так от всех устала. Королева рассказала, что обратилась к услугам психотерапевта, гипнолога и диетолога. Она начала практиковать медитацию, учиться восстанавливаться после больших энергетических трат, с которыми сталкивается каждый человек публичной профессии. Певица сообщила, что этот непростой период ей удалось пережить, и сейчас она снова стала прежней, жизнерадостной Наташей. Кроме того, Королева рассказала о сыне. Архип 3 года проучился в США, в Майами, а в этом году окончил школу экстерном. Поэтому получил год на то, чтобы обдумать, куда поступать. По всей вероятности, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко выберет направление восточных языков. В этом году он походит на подготовительные курсы, а через год поступит и в ВУЗ. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Выпуски выходят каждый день. Всем удачи!